Всем привет, сегодня у нас Киерио, 15-й год, пробег около 150 тысяч, и у нее шипит из бака. Вот, не знаю, слышно? Итак, если у вас шипит из бака, не надо ехать на диагностику, тратить деньги, потому что там вам покажут ошибки, это богатая смесь, по катализатору может первый лямбда-зонд показать. Причина проста, это клапан абсорбера. Если шипит, меняйте его сразу, не думайте там пытаться что-то делать, все, в нем причина, не тратьте деньги на диагностику. Как всегда показываю, стоит он вот здесь, в резинке, вот таким образом он стоит. Вот к нему шланг от дросселя идет. Вот. И его нужно менять в таких случаях. Он обычно отваливается на пробеге где-то от 70 тысяч до 150. Это первая его поломка. И при этом никаких чудес не ждите, его просто нужно поменять. Стоит он не очень дорого, а замена его не очень сложна. И также приехала еще одна машина Solaris, у нее также шипит, и также это клапан абсорбера. Итак, за сегодня поменял два клапана вот этих абсорбера. И у обеих машин, это Solaris и Rio, шипело из бака. Шипит, ребят, значит, надо менять клапан. Не надо ездить еще раз на диагностику. Деньги на ветер просто тратьте. Сэкономьте себе время и деньги. Просто езжайте сразу менять клапан. Или сами купите его и поменяйте. Тут ничего сложного вообще нету. Еще раз, ссылку на клапан я оставлю в описании под видео. Можете зайти, посмотреть, там будет артикул. Да, какие симптомы еще, кроме шипения из бака? Как бы шипение, может, никого не отвлечет, ничего не скажет, не даст, как бы, ну, шипит и шипит, и фиг с ним. А у Rio что было? У Rio горел чек и немного падала мощность. У Solaris на горячую она не заводилась и могла, после того, как заводится, на горячую, опять же, могла заглохнуть вообще свободно. У некоторых горит чек, выбивает ошибки какие-то по катализатору, по лямбда-зонду. Не надо сразу пугаться, посмотрите, шипит или нет. Если шипит, не парьтесь, проблемы нет, меняйте просто клапан. Как его поменять, я также уже показывал, в описании под видео оставлю ссылку на то, как поменять. Посмотрите, если кому интересно, там замена легкая, простая, никаких вообще проблем нету. Ну а на этом сегодня все, кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем успехов и удачи на дороге.